основателя и генерального директора компании Waves Platform Восток Александра Иванова. Давайте приглашаем на сцену. Спасибо, Нал. Очень рад, что нам пришли на хакатон. И хотелось бы, в принципе, сказать вообще, зачем мы проводим хакатоны, да, сказать на чистоту, без обиняков. Нам нужны люди. Поэтому цель проведения хакатонов, на самом деле, да, если уж по-честному, да, не просто, чтобы заплатить кому-то баунти или покормить людей печеньем с кофе, нужны люди нам просто, да, чтобы они работали на нашей компании. И в этом у нас задача. Кто-то может это не догадывается, может подумать, что хакатоны что-то другого проходит. Нет, это не так. Вот. А зачем нам нужны люди, собственно, да? То есть, в принципе, все знают, чем мы занимаемся блокчейном. И раньше люди приходили к нам в компанию просто потому, что блокчейн был очень такой расхайпленный, да, была вокруг него такой хайп большой, и все просто хотели потрогать блокчейн и что-то там попрограммировать, было очень интересно. Это все закончилось, это хорошо, для нас это прекрасно. Хайп отошел, и можно поработать действительно, да, то есть можно уже сделать какие-то вещи, которые действительно будут на самом деле работать. И зачем нам нужны люди сейчас, да? Мы движемся дальше, мы движемся уже за блокчейн, потому что блокчейн — это далеко не все, конечно, это просто некая частичка того нового мира цифрового, который сейчас приходит к нам. Это мир Web 3.0, то есть сейчас мы живем в мире Web 2.0, это мир больших централизованных сервисов, которые как бы сидят на данных пользователей, на пользовательских данных, их монетизируют всячески. Но это закончится, видно, что эта эра уже приходит к концу. И идет эра другая, идет эра Web 3.0. То есть это та эра, в которой блокчейн является неким ключевым элементом, который объединяет в себе, точнее не объединяет, он некоторые технологии, такие как AI, Big Data, искусственный интеллект и другие хайповые технологии, он немножко их объединяет в нечто целое. Да? То есть он складывает их, и сумма получается больше, чем каждой из составляющих. Блокчейн, наверное, не будет самой главной технологией, но он будет той технологией, которая поможет другим технологиям развиваться. И он является тем элементом, который действительно делает Web3 возможным. Без него цифровая технология развиваться просто дальше не может. И мы это прекрасно понимаем, мы сейчас идем дальше, и мы позиционируемся уже не как блокчейн-компания, а как Web3-компания, Web3.0-компания. И наши продукты, в частности Восток, он уже идет в сторону не только блокчейна, но и таких технологий, как Big Data, Internet of Things и прочее. Соответственно, нам нужны люди, которые будут программировать блокчейн в первую очередь, но не только. Поэтому, если вам интересно просто программировать интересные вещи, не только блокчейн, это прекрасно, вы сможете у нас тоже найти себе применение. И мы хотим стать действительно лидером в этом направлении. Фактически у нас задача стать первой, по сути дела, крупной Web 3.0 компании. Потому что это только начинается, мы находимся в самом начале этого пути, когда у нас Web 2 превращается в Web 3, когда крупные Web 2.0 компании испытывают проблемы, такие как испытывают как Facebook и все крупные интернет-сервисы, которые вы знаете, они все уже немножко как бы понимают, что мир меняется. И вот мы находимся в той точке, когда это изменение уже выливается во что-то предметное. Если вы хотите в этом поучаствовать, как угодно, да, с точки зрения написания кода, возможно, у вас есть какие-то таланты бизнес-девелоперов, то я считаю, что Waves для вас на территории, так скажем, России, по сути, возможно, единственное место. Потому что у нас есть понимание, куда мы идем, есть доказанный трек-рекорд. Мы крупнейший блокчейн-проект в России и в СНГ, это общеизвестно, и я думаю, что оспаривать это довольно тяжело. И мы знаем, куда мы хотим идти. Поэтому приходите к нам и давайте идти вместе. Спасибо, удачи вам.